из-за дисквалификации матч пропускает Сергей Багалейша. Хороший момент намечался сейчас у Немана. В заявку не попал, он приболел, поэтому сегодня без него играют гродненцы. Стоит Михаил Карнаухова, такой серьезный в этом матче. Александр Китаров внимательный теперь игру. Три минуты, третья минута завершается в ней. Как Сергей тут здорово разбирается, бросает по воротам. И Никита Бастрыкина, который уже стремлялся как раз туда за ворота, чтобы там с шайбой встретиться. А здесь ошибка от Немана и открывает счет у нас юность. Причем забрасывает хоккеист четвертого звена Иван Середа. Ну вот как-то совсем неаккуратно. Вот смотрим, что же здесь приключилось-то. Ну, как-то все расступились. Шайба оказалась бесхозной. И Середа как раз был именно в том моменте, в той позиции, откуда можно выскочить один в один с Михаилом Карнауховым. Отдает передачу. И отмечаем также, что и Александр отмечается первым своим набранным баллом. Но тут момент появляется у Немана. И подобный два раза бросает в этой заброшенной шайбе. Вот так продавил Авраменко. Затем раз бросок и два бросок. Но вот второй бросок сумел пробросить шайбу по борту. И дальше пошли в контратаку. Побежали. Ой-ой-ой-ой-ой, какой бросок от Максима Цыпина. И 1-1. Как же попал сейчас Максим Цыпин. Отличная контратака от Гродненцев. Один момент, да, Авраменко и Поддубный. И затем разогнали вот такую контратаку. Ну и Максим Цыпин очень здорово попал. Там еще есть подзащитник, есть Максима Никитина. Нанес бросок и мимо прокатывал Козич. То есть оба могли заблокировать. Но как-то наш... обе играют неплохо. Обе стараются. Обе создают моменты. И здесь убегает Авраменко 1-0 с мытником. Бросок и штанга сейчас выручает. Но пока посмотрим момент, который был у Евгения Авраменко. Ну здорово бросал. Хорошо. Надеюсь, через нашу графику вы это успели заметить. Тут момент у юности. Щербаков зарабатывает на все две минуты. Прошел Китаров, но, по сути, отдал шайбу Карповичу. А тут сразу на Козячева. Козячий выход 1-0 с неудобной успел бросить. Многовато у игроков юности в этом втором периоде. Поляков хорошо ускорился, бросил. И как попал Поляков под перекладину. Шикарный бросок, и теперь уже юность выходит вперед во второй раз в нашем матче. Валерий Поляков. И это помогло ему. Вот смотрите, этот момент. Вот здесь он практически без скорости, но два шага и уходит от оппонента, которым был, ну, кто там, кстати, Артем Осипов. Это был на позиции последнего защитника оказался. Российский кинолиги из ВХЛ. Пополнил состав юности. Но очень классный центральный нападающий с большим функционалом. А здесь залетает ответный, это Ремезов забивает вот так быстро, и Неман отвечает на заброшенную шайбу юности. Ремезов оказался в нужное время в нужном месте. Смотрим с развития эту атаку. Козячий за воротами поборолся, вкатил к борту, прострелил. Ну и Ремезов, похоже, да, то ли ногой, то ли коньком. Сейчас посмотрим еще раз. Ну, отсюда тоже не видно, куда шайба попала. Ну, попала она. Но шайба в средний оказывается. И тут Неман может поймать на контратаке соперника. Поддубный. Осипов бросает Поддубный самостоятельно. Не стал уже второй. Игровички, как говорят про таких. И опять контратака хорошая получается у Гродненцев. Бросок и такой рисовать на партнера. Поэтому и контратаки, по сути-то, не получилось. Ремезов оставляет назад, бросок, мытник сейвит, и дальше Козячий пытается докопать. Точности Станислава не хватило. Еще один заход от Гродненцев. Цыбин в дальний бросает, попадает в одного из соперников. Цыбин по лучшей позиции, еще один бросок, теперь уже было нереально. А здесь хороший момент, из-под ноги попробовал. Идет сегодня, не получается игра у юности. Не скажу, что совсем, но во многих, в очень многих моментах тут подобного момента вытаскивает мытник. Выбрасывание левым открывается, но пас на синюю Станкевич не обрабатывает. И здесь еще ногами съедает его Козячий. Козячий и опять мытник. Вот насколько легкость была у юности в Солигорске, настолько ее сейчас не хватает в Минске, в домашнем матче. Вот, возможно, те самые... Редкая атака юности в этом периоде. Тоже не завершилась чем-то опасным. Вперед Никита Ажгирей входит в зону. Ажгирей, как здорово-то продирается к воротам. Ажгирей, но в последний момент. Ну, с другой стороны, преимущество в личных встречах у Немана в любом случае есть.
Макьюнастью хороший перевод, бросок. И опять вот сразу Осипову не получилось бросить. Перевод на Поддубного. Тот поливает поворотом и в маску попадает по мыторами. Вот здесь пришлось обрабатывать, и получилось умыть и прижаться. Ломака приходится в блок. Олег разворачивается, вновь грузит на ворота. И здесь добивание, но все-таки шайба Наухова, либо Никиты Мытника. Вот бросок Ломака, затем подрабатывает себе Дрозд. Ему очень сильно мешает Карпович. Сдерживание, еще дальше отдает на Осипова. Осипов на второй темп. Караманда замахивается, но не бросает, потому что останавливает Михаила Сирена. У юности Станкевич. Ломака. Ломака на Станкевича. Станкевич бросает в упор. И Ремезов. Входит Ремезов в зону. Может и бросить. Обыгрывает Ремезов. Но броском все-таки дело не за... В штангу тогда попал Паранин. У юности уверенно реализовывает свой штрафной бросок Илья Паранин. Уже в пустые ворота шайбу отправил. Ну вот клюшкой немного не достал Михаил Карнаухов. До шайбы, до клюшки. Третья Паранин. Попытка юности. Олег Ломака. У него очень хорошо с булитами. Ломака, ой, как забивает, здорово. Металлургу. Вот прямо перед голкипером вот так вот убирает и отправляет. Если левша не забивает, то это все. Так что очень важная попытка, очень важный бросок левши. Бросок и 2-1, Неман в игре. Артем Левша. Нужно Карнаухову тащить. Вот класс, который в основное время отличился. Ему доверяют попытку на булитах. Бросок середы и штанга. Неплохо из попытки. Ну, в принципе, попытку Ремезов против Мытника. Ремезов, бросок и тоже штанга. И после того, как штангу попадает буквально на сантиметр, если бы левее, то могла шайба и в ворота зайти. А так параллельно ленточке полетела. Юность побеждает. Отрывается от Немана на 4 балла. Не скажу, что уж гарантирует себе третье место.